Стоимость одной подстанции на солнечных батареях составляет 480 тысяч тугриков. Они были заказаны у третьего в мире производителя таких агрегатов – в Китае. Но для монгольских скотоводов подстанции обойдутся в полцены и с возможностью приобретения их в кредит. То есть всего за $160 и с рассрочкой. Мощность одной подстанции 50 ватт. Она дает скотоводам самое главное – свет и электричество. Можно подзарядить телефон, смотреть телевизор со спутниковой антенной. В дальнейшем мы планируем обеспечить аратов еще более мощными подстанциями, чтобы они могли свободно пользоваться, например, стиральной машиной или холодильником. В общем, чтобы их возможности были безграничными. Сегодня монгольский центр возобновления энергии предоставил скотоводам первые 1500 солнечных батарей. В этом месяце ожидается доставка в Улан-Батор еще 3500, а в течение всего года скотоводческие семьи могут приобрести 20 тысяч агрегатов. Наша семья уже имеет опыт обращения с солнечными батареями. У нас есть старенькие. Раньше пользовались свечками для освещения, потом ветроустановками. Но солнечные батареи эффективнее. Они тесно вошли в жизнь скотоводов. Без этого прожить в степи невозможно. Из-за сильных морозов многие жители степей не смогли приехать за подстанциями в столицу. Поэтому через некоторое время из Улан-Батора по Аймакам солнечные батареи будут развозить, так сказать, с доставкой на дом. Станислав Хазагаев, Ольга Ворона, Энгбилек, Аист Монголия.